целом у нас вся игра была под контролем. Были хорошие моменты, были плохие моменты. Вот. Надеюсь, мы сделаем выводы после этой игры. В принципе, игра была ровная. У нас было преимущество, мы контролировались. All in all, the game was quite still for us, so we had the control over the game, so there were the bad moments, the good moments as always, so nothing special about this game was it. Вы знаете, два дня перерыв, то, что у нас был, может быть, по сегодняшней игре, мы немножко выпали чисто по кондициям. Two days we didn't have any games, so maybe today this wasn't our early condition. Но мы готовились к Беларуси, мы знали, что это очень хорошая команда, и эта команда хорошо атакующая с периметра. We were preparing for this game, and we knew that Belarus is a good team, so we knew it's good size. Мы справились, в принципе, с этой задачей, то, что команда Беларуси пробила всего 13 атак с периметра и забила всего 2, это хорошая работа в защите. Что команда Беларуси пробила всего 13 трехочковых бросков и забила всего 2 попадания, это мы хорошо отработали в защите. The team Belarus had only 14 good goals, so they worked quite well. Второй момент – это после второй четверти мы немного проигрывали подбор, но затем мы это исправили, и подбор был уже на нашей стороне. After the second quarter, we were a little bit… Very good job in the rebound, the defense rebound. Я считаю, что девчонки контролировали игру, и мы, в принципе, дали заиграть сегодня всем, кто был на скамейке, потому что чемпионат еще долго. The girls showed a good game today, and we were trying to help anyone who was on the bench, so the show is going on. We'll have to play some more games.